Более 50 тысяч человек вышли на площадь Куйбышева, чтобы сказать «нет терроризму». Так самарцы выразили свое отношение к трагическим событиям, произошедшим в Санкт-Петербурге 3 апреля. Это проблема, которая касается всех нас. Ну, даже это не выразить, ну, не укладывается в голове даже, что такое может быть. Пришли мы сюда, чтобы поддержать, что мы за мир, что мы против террора, чтобы мы жили в спокойствии. И наши дети, чтобы мы не знали, что это такое. Ну, конечно, это для всех большое горе. Вот. И поэтому все сейчас собираемся вот на площади выразить свое соболезнование. И сейчас мы собрались здесь, чтобы выразить соболезнования всем тем погибшим людям, абсолютно ни в чем не повинным. Я считаю, что каждый человек должен выражать активную свою гражданскую позицию. Общая беда объединила людей разного возраста, разных профессий и религий. На сцену выходили почетные граждане Самары, ветераны, представители общественных организаций, деятели культуры. Я не очевидец, но мне рассказывает моя дочь, мой сын о том, как сплотились люди, сколько людей пришло на площадь технологического института, как помогали друг другу. Таксисты бесплатно возили. Вот это, мне кажется, пример нашей солидарности. При взрыве в метро Санкт-Петербурга пострадал и наш земляк, 18-летний тольяттинец Михаил Вепринцев. Сейчас он находится в больнице. Отец молодого человека также пришел на площадь Куйбышева и был поражен количеством людей, которые сочувствуют его беде. Сломить нас многие хотели, не сломили. И не будет этого никогда. Так что, дорогие граждане, земляки, самарцы, спасибо вам большое и низкий поклон вам. Семье Вепринцевых по поручению главы региона будет оказана материальная помощь. Губернатор и сам был среди тысяч людей на митинге. Главное сплотиться, быть вместе. И мы только тогда сможем добиться успеха, добиться побед и добиться и уважения к себе, и в итоге великой страны и хорошей жизни. Такие акции прошли по всей стране, как дань памяти погибшим при теракте в питерском метро 3 апреля. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, события.